Всем добра. Наконец-то вырвались на рыбалочку. Открытие сезона по жидкой воде. 28 апреля. Едем с Надюхой. Куда едем? На рыбалку. На рыбалку. Едем на рыбалку. Да, вид какой прекрасный. Утро. Половина шестого. А сегодня какой праздник? Вербное. Вербное. Воскресенье. Воскресенье. Ищем проезд. Вода еще не совсем сошла. Да, осталось мне совсем чуть-чуть проехать. Но здесь такая засада. Вода сходит, она, наверное, была до сих пор. Но еще рановато. Дорога вся залита. Тут я уже, конечно, не поломлюсь. Ладно, будем думать. Хотя вот, ока близко. Ну, тут зацепы будут. Надо обрывистый берег искать. До своего обрывистого берега не доехал. Вода вот еще выше была, вот сколько, куда бутылки прибились, мусор. Эх. Смотри, вот где вода была. Где была вода? Это ручьи. Снег таял. Это не ока. Да, а эти вот деревяшки зачёпанные. Смотри, вон красота какая. Где можно рыбачить? Сейчас мы найдем, сейчас мы поищем, где можно порыбачить. Доехать бы туда еще. Вон там место хорошее. На том берегу. Вон дорога есть, можно туда съехать. Так мы размышляем. Катаемся уже полдня. Выехали со Саранья самого. И никак места не найдем. Вообще красиво здесь. А как было бы хорошо, душенька, жить с другом на берегу какой-нибудь этакой реки, на сене, нет, на Клязьме, построить этакий мост, а на доме, чтобы был такой высокий бельведер, чтобы оттуда можно было бы видеть Москву. И там, на бельведере, пить вечерами чай на открытом воздухе и рассуждать о каких-нибудь приятных предметах. Зачерпнул водицы с реки Оки. Вон малек уже плавает. Раз, два, три, четыре, пять, шесть мальков. Двадцать девятое апреля. Течение катастрофически сильное. Кормушка 90 грамм вообще не держит. Ну и место тут еще незнакомое. Первый раз здесь. Большой подъем воды, катастрофический. Куда хотел доехать, не доехал. А вот вчера вот здесь у этих палок была вода. Здесь вчера опускался. Вода упала уже больше полметра за ночь. И, наверное, будет падать. Рановато чуть приехал. Вон рыбачки плавают на лодочке. И листовый запрет.
выше по течению поднимается, бросает в большой треугольник сетки и по течению сплавляется. Вот такая обстановочка на реке Оке. Течение такое сильное, что по шнуру передается сила течения. Это не ветер, это течение. Шум течения. Удилище жесткое по сравнению с левым. Ну как его изгибает, это вообще жесть. Слева мягкое удилище, справа жесткое. Течением загнул в дугу.